Приехали мы в Новотель. Сейчас посмотрим, что тут есть интересного в Новотель. Ага, не говоря, мы раньше все. Новотель. Все. Вот такой холл, сразу как входите. Подают очень вкусные соки всем. Называется Welcome Drink. Вот тут ресторанчик основной. Бар, бассейн. Очень классная территория. Прям располагает. Менеджер, который нас встречает, Екатерина, тоже очень расположительная такая девушка. Классно. Там еще такой небольшой бассейн. Отель находится на второй береговой линии. Так, вот номер. Такая большая лоджия. Телевизор. Диванчик обязательно. Расположение. Здесь идет 2 плюс 2. Сейф бесплатно. Тапки, халаты. Под запрос. Туалет. Мой. Туалет. Мой. Ванная комната. Пусть отдельно говорят, от ванной комнаты. По мне, так это очень удобно. И вот детская комнатка. Размещение 2. Окошечки закрываются. Вот подходим к отелю. Новотель Бич. На первой береговой линии. Прям сразу сходу мы можем смотреть. Вот они номера. Прям сразу же начинаются. Заходим внутрь. Здравствуйте. Фойе. Отель выдержан в таком же стиле, как и тот Новотель, который на второй береговой линии. Как и Новотель Палемс. Ой, зато тут прохладно. Там фойе было очень жарко, здесь прохладно. В принципе, это первая береговая линия. Вот мы можем сразу же выйти на такую лоджию. И вон там есть спуск сразу же к бассейну, к барам и к пляжу. Активная прям анимация. Бассейн. И сразу прямиком на пляж. Санузел. Стандартная комната. Такой санузел здесь. Жилая кабина большая. Все есть. Это стандартная комната. Все комнаты на Новотель Пальм абсолютно одинаковые. Ой, на Новотель Бич, извините. Номера. Все комнаты здесь абсолютно одинаковые. Все есть. Холодильник заполняется один раз. Чай, кофе, чай, не надо, кофе не есть. Все отлично. Диванчик. Ну, такая вот лоджия. Вот так выглядит пляж Новотеля. Большой лежаков, много зонтиков. Тоже огромное количество. Туристы очень довольны. И питанием, и морем. В море вход абсолютно песчаный. Что касается кораллов, они там такими маленькими островками, которые можно...